Это уже под десяточку будет. Пусть сейчас побрет, сука. Загнет крючок, сука. Да, он идет туда. Это по десятку будет. Возьму, Саш, нихуя. Да? Не возьму, не возьму, сука, сейчас уйдет нахуй. Все. Ну где сачок-то, ёб твою мать? Видишь его, Саш? Не видно. Ну что-то огромное. Видел, Саш? Сколько? Не знаю. Ну, килограмм 10 точно есть. Вась, беги за сачком. Для Сашки сейчас скажешь где. Сейчас мы в садок зайдешь. Нет, где садки? Вот этот? Ага. Какой, куда мне зайти надо? Где садок? Садок. Большой. Контейнер сегодня? Да не, вон садок. Саша. Я сейчас не очень понимаю. Где рыба запускает? Саша. Садок. О, хороший.
Килограмм на 10, наверное. Был бы сачок, сейчас взяли бы. Да. Иди вот сюда. Что ты сказал, где сачок? Да, да. Вон идет. Это первый, да? Не пойти закрыть пока, да? Не, не закрывай. Тяжело, да? Как ты думаешь? Конечно. Это не килограмм, блин. Упирает прям, видно. Ё-моё. Да, огромный. Я таких не видел. Посмотри, тяжелый. Не поместится сюда. Я тоже так думаю. Как папа сказал, бабочку и подсачу. У меня форелевый такой подсачник. Что по голове? Ну, если поломает такой подсачник. Как раз вот такие нужны. Thank you.
Хороший. Саша, Саша, да, сейчас сачок, Саша. Да, я буду, тогда буду снимать, видите. Я его не подниму. Здоровый. Да. Уже устает. Чуть-чуть. Поснимаешь вообще? Да, 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 конечно. Как такое не снимать? Почти, еще надо завести. Вот прям вот чуть-чуть не хватает. Офигеть. Вот, все, он уже. Убегает прям с подсачника, видит и убегает сразу. Офигеть! Ё-моё! Да, классно, бля! Просто огромный!